Спартанец. Его зовут Спартанец. Наверное, потому, что ему пришлось много пережить. Он долго валялся, выброшенный на свалку и никому не нужный. Не получалось согнуть так, как хотел. Я решил, что это неправильно — выбросить друга. Нельзя бросать или предавать друзей. Иначе кто ты после этого? И я его не бросил. И он отплатил добром. Настоящий друг. Побольше бы таких в жизни. Настоящих и преданных. Он почти месяц лежал в углу подвала и терпеливо ждал. И ни слова упрека. Прости, что хотел тебя выбросить, друг. Оскорбление? Нет, это Спарта!